Со мной работал Морецкий Артур Витальевич, старший лейтенант милиции. Он не представлялся, а ну, как бы его имя и звание стали известны из дипломов, которых ну, достаточно много висело на стене его кабинета. Он коротко опросил ну, как бы, о пожаре, что там происходило. Ну, как бы после моего ответа о том, что я, ну, собственно, ничего не видела и, в принципе, ничего не знаю, там, кто мог это сделать, потому что, ну, меня там не было на момент начала этого всего. Ну, как бы, услышав это короткое объяснение, он начал уходить в сторону, задавать вопросы, ну, совсем уж личного характера, спрашивал, ну, про интимную жизнь. Его это очень подробно интересовало. На мои вопросы, кем я являюсь, там, свидетелем, подозреваемым, мне не давали ответа. Никаких бумаг, ну, как бы там, никаких копий мне тоже выдано не было. Вечно заходили какие-то другие сотрудники. Они тоже не представлялись и кидали какие-то реплики в мой адрес. И один из них сразу же начал угрожать мне проблемами на учебе в университете. Меня туда заводят, и я понимаю, то, что в тесном кабинете сидят 5 человек, все без формы, ну и сразу же сходу на меня сыпятся обвинения, какие-то оскорбления, ну в грубой форме, очень много мата.